Так-так. Ну, здорово. Друзья, всем привет, с вами, как всегда, Джамбо Макс, и в этот раз мы с вами поиграем в Warface. Да. Да, что-то у меня самоизоляция вообще бьет в голову, я начинаю играть в игрушки, которые очень старые, в которые бесплатные, и в этот раз я решил поиграть с вами в Warface. Если вдруг вы не знаете, что такое Warface, ну, значит, вы не знаете, что такое Warface, и вам больше 15, наверное. Данная игрушка славится тем, что от нее школьники просто пищат, потому что она бесплатная, и вроде как она нормально сделана. Но так ли это, мы сегодня не посмотрим. Перед началом ролика, как всегда, попрошу вас поставить лайк, подписаться на канал и... да, что-нибудь еще сделаете. Спасибо. Ого-го-го. Ничего себе, кстати, даже серваки в Москве. Серьезно? Это почетно, почетно, почетно. Так-так-так. А какие здесь есть режимы? Командный бой, королевская битва... выживание, подрыв, захват, мясорубка, блиц, штурм. Слушай, ну, режимов тут дофига, да, признаться. Ну, давайте в стандартный командный бой, давайте поиграем за штурмовика. И погнали. Офигеть. А, признаться, я не ожидал здесь увидеть такой четкий графон. А как бы в нем нет ничего такого инновационного, но дело в том, что вот оружие и руки персонажа моего выглядят нереально четко. То есть как бы если я запущу колду, там будет, ну, немножко мыльно. А здесь прям, я удивлен. Блин, я не за Warface, фигово. Вот интересно, много играет русских в эту игру или нет? Если вы вдруг играете в Warface, то напишите обязательно плюсик. Воу-воу-воу, ребята, всем привет, мы сегодня здесь собрались побеждать. Воу-воу-воу, это что такое, давай меня тоже подкинь. Ну-ка, как тут, оп, а нет. Я даже не знал, что так. Что-то лагает жестко. Вообще лагает. Че, Xbox не вывозит, что ли, Warface? Топорно он так это, двигается, оп. Опа-оп, вижу. Одно убийство, еее. Да еще туда гранатки всыпем. Это что-то, чёрт, убил двоих уже. Убил двоих, нифига себе. Не, на самом деле играется пока легко. И управление здесь чувствуется прикольно. Ну, то есть, как бы, нет проблем, чтобы, типа, я не могу попасть или что-то такого. Но игруха, на самом деле, такая вот, знаете, топорненькая. Просто топорненькая, если сравнить ее с колдой. В колде намного все быстрее, резче. Так, шо, где остальные? Где все? Кого размочить? На самом деле, пока не попался мне какой-то жесткач. Каких-то... Ну, попался. Нифига себе, он нас расмотал. Конечно, звуки здесь тоже такое себе. Ребят, идем. Че стоим? Вперед, салага. Ой-ой-ой, попасть не могу, что-то я вперед-назад. Не смотрите это. Я сглупил, правда. Ну, давай сюда. Опа. Кстати, вот эта фишка, она прикольная. Типа, хоп, ты можешь повыше. Это было изи. Ладно, все, чисто на раш. Оп, гранатка вот так. Да я смотрю, как так убивает быстро. На самом деле, не успеваешь даже следить, вот когда по тебе стреляет, все. Если по тебе стрельнули, ты убит. Кстати, автоим, по-моему, здесь бешеный, если я не ошибаюсь. Я вот на ЛТ нажал, даже не навел, а по сути присобачился к нему. Да как он меня так убивает? Я что-то не понимаю, что-то прям сверхбыстро, я бы сказал. Я даже не успеваю ничего сделать. Угу. В этот раз я тебе... не дам себе убить. Второй. Мало здесь перезаряжаюсь. Опа. Вот как он так меня убил-то быстро, а? Че у него за ружье такое? А мне можно как-то, я не знаю, настроить свой класс? Или может какое-то оружие выбрать получше? Опа, минус, да? Блин, вот такая вот дурная анимация здесь, вот когда он... Ой-ой-ой. Опа, двоих, чисто двоих. Опа-на, вот она. Вот он скилл просыпается. Блин, вот эта анимация все портит. Тупо все портит, серьезно. Потому что ты вылезаешь, ты не можешь посмотреть сразу направо, и в итоге ты просто умираешь. Бе. И в итоге вот с этого угла... Вот, видите, я считаю, двоих убил сейчас. Не по случайности. Ну, на скилле убил, но из-за вот этой тупой анимации. Опа-на. Все. Так, передвигаемся, занимаем позицию. Короче, как учил мой тренер. Хотя у меня не было тренера. Вот сейчас как я его не убил, а?
Засранцы, давай, оп, граната. Что ты делаешь против гранаты? Да ничего. Прости, прости, I'm sorry. Блин, я не успел, просто не успел. Так, давайте, да, давайте вверх, вверх. О, с тобой, братан, давай. Поднимаем, поднимаем, поднимаем. На, да было в голову, я видел прям. Он меня опять убил, ну что такое, что такое? Да что за читеры, пацаны? Графон, конечно, хоть и четкий, но он похож прям на этот, на телефонный. Ладно, следующая катка. Еще. Идем сюда, прыгай ко мне. Опа. А меня-то кто-нибудь подкинешь, что ли, или нет? Че я с пальцем-то сижу? Тупо убийство. Он меня с катаны? Он что, офигел? Я, кстати, ну, нормально в него пульт опустил. Я не знаю, что он не сдох-то. Что-то скучненько, скучненько. Нету какой-то динамики, знаете. Нету, нет ее. Да опять ты! Засранец, блин, с катаной бегает. Ух, вот это вы офигели! Это было здорово, да, ребят. Я оценил, я оценил, я оценил. Будь медиком, умей лечить. Ой-ой-ой, как... Какой чмошный дробовик. Я вот стреляю, да? И вот у меня прям задержка, вот нереально. Тух. С катаной тупо убрали, пацаненка. Дробовик, конечно, тут нереально чмошный. Это самый худший дробовик, который я когда-либо видел. Он вот стреляет с задержкой. Вот. Бум. Чик-чик-пум. Вот, давайте попробуем еще раз. Нет, сейчас он не сплошал. Ой. Опять же, так убого выглядит. Вы бы так чувствовали, серьезно. Вот как бы, со стороны, может быть, это еще и нормально, но вот со стороны, с точки зрения чувств, это вообще... Тух. Мне понравился снайпер и штурмовик. Это два нормальных класса пока что. Прыгаем. Все, вы попали. Я, блин, когда никого-нибудь убью с гранаты или нет? Опа, чисто двоих загасили пацанов, а? Кто хочет свинца? Ты? Я. Вот опять же, я не понимаю, как они так стреляют. Либо у них оружие лучше, либо они как-то попадают в меч. Ой, слушай, я видел, что ты не взял оружку, но ты в меня как-то стрельнул. Это что за хрень-то? Вот это было в подкате, это было в подкате, да. Это было красиво, но не результативно, я считаю. Опа, получила, получила. Шо, пацаны, не ждали, не ждали? Опа, опа. Все, все, вперед, вперед, это я отвоевал. Блин, подкачек не смог убрать. Вот несмотря на то, что здесь серваки московские, они все равно лагают, вот... Отстой. Это реально дергает игроков. Ты сидишь? Убивай хоть кого-нибудь, сидит, блин, ждет кого-то, вот вообще... Я вон новичок в этой игре, вон, все, воюю. Оп-оп-оп, вот так вот, хоп, кинул гранатку, отошел, зарядился. Вот, блин, у меня нет... Господи, у меня ни вибрации, ничего, я просто вот когда вижу, умираю у нее. Что за персонаж такой? Так, to the left, come on, my commando. И вот так вот еще под ноги кинем. Вот вы видели, как она фигово улетела так? Да... Тупо. Тащер. Вперед! Мог бы двоих зафигарить, если бы у меня была просто ультра-пушка, а у меня же тут будет, как его, М-ка, и она не очень похода. Не-не-не, здесь стоять, мне кажется, невыгодно. Вот нужно как-нибудь здесь. Опа! Опа! Блин, я ухотел с локтя. У меня же даже плечо повело уже. Шо щенята? Вот опять ты сидишь, блин! Самый бесполезный игрок, по-моему. Справа, справа! Еее. Разбираем, разбираем, пацанов, вот. Господи, у меня патрон тупо не хватает на всех, а? Вон он, зафигарил я. Тебя, господи, как вот его долго убивать? Пятерых загасил, пятерых, а? Вот это называется скилл. Не зря пельмени поел. Вот, теперь он не сидит. Передвинулся, господи. Убираем. Троих, или двоих, ну ладно, пофиг. Все, back to back, братан, держимся. Оп. Нет, убегаем. Я не понимаю, как они кидают гранаты. Я, когда кидаю гранаты, вообще ни в кого не попадаю, никого убить не могу. Он все еще стоит на одном месте, че он...
Ой-ой-ой. Ну, покажите. Покажите лучшую команду. Вот она. Это я. Это я. Да. Что могу сказать об игре? Знаете, для бесплатной игрушки Warface может быть и пойдет. Но чтобы как-то зацепить игрока... Я даже не знаю, что в ней такого харизматичного. Топорная анимация. Да, графика, она весьма четкая, но она мобильная. То есть, как бы, она в хорошем разрешении, но она в фиговом качестве. То есть, вот модельки, они будто оловянно-деревянные, серьезно. Чувства оружия практически нет. Когда ты убиваешь, да, есть маленькая вибрация, но, опять же, чувство какой-то игры я не заметил. То есть, знаете, я вот, наверное, лучше поиграю еще раз в CS GO для Xbox 360, чем я, наверное, буду играть в Warface, поскольку Warface мне не понравился от слова вообще. Чисто, знаете, какая детская такая игрушка, пиу-пиу, пау-пау, улёг, возродился, пошел. Да, я не играл там в другие режимы, может быть, они как-то будут интереснее, но вот чувство игры, конечно, оставляет желать лучшего. На этом, в принципе, все. Такой вот маленький летсплейчик. Если он вам понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии и напишите, в какую игру мне поиграть в следующий раз. Спасибо за просмотр, до новых встреч. Ну и Warface. Ну и говно.